Если посмотреть количество криптовалютных платформ за последние несколько лет, то их количество начисляется сотнями, но лишь немногие из них смогли удержаться и привлечь внимание со стороны пользователей и инвесторов, а еще меньше заслужили престижные награды. Именно такой платформой является PrimeXBT. Она была основана всего 2 года назад, но уже имеет безупречную репутацию в среде трейдеров и инвесторов. Иначе бы не смогла получить престижное звание «Лучшая криптовалютная торговая платформа» и «Лучший криптовалютный и форекс-брокер». Рассмотрим, что же нам предлагает этот проект и почему он так популярен. Если посмотреть интерфейс платформы, то сразу становится очевидно, что она предлагает самое высокое кредитное плечо среди известных проектов. Площадка дает доступ к глобальным рынкам тем пользователям, которым недостаточно торговых сделок только с криптой, и они хотят зарабатывать на биржевых колебаниях цен на индексы традиционных бирж, валюту и товары. Стоит отметить, что сейчас многие пользователи не смотрят на дорожную карту проектов, а сразу обращают внимание на то, какие преимущества предлагает проект. Отметим основные преимущества PrimeXBT. Проект не требует от пользователя предоставлять личную информацию. Торговать можно начинать очень быстро, без утомительных процедур верификации и проверки данных. Так как личная информация о платформе отсутствует, то кибермошенники не смогут украсть депозиты клиентов платформы. Проект предлагает максимально большое количество биржевых активов – криптовалюты, фиатные средства на Форексе, акции и сырье. Комиссия на платформе очень низкая. Можно сказать, что она одна из самых низких из всех существующих в криптовалютной сфере. Можно покупать биткоины для пополнения, используя кредитную карту. Множество торговых инструментов. Пользователи могут получать пассивную прибыль, став участником реферальной программы, превосходная ликвидность и понятный любому новичку интерфейс. Всем пользователям предлагается кредитное плечо до 1000x на сырьевые изделия, крипту, форекс и фондовые индексы. В платформе зафиксировано несколько десятков пар ведущих валют, постоянно добавляют новые. Весь форекс можно торговать с плечом до 1000x. CFD на сырье – это газ, нефть, фондовые индексы – предлагаются для торговых сделок с кредитным плечом до 100x. Также с таким кредитным плечом предлагается не только биткоин, но и эфириум, EOS и Ripple. Каждый актив можно продавать с применением длинной или торговой позиции. Для трейдеров предусмотрены большое количество графиков, инструменты теханализа. Интерфейс платформы настраивается в индивидуальном режиме для каждого трейдера. Он создает для себя торговый терминал, исходя из своих предпочтений. Отдельно стоит отметить несколько видов ордеров, применяемых на платформе. Первый – это лимитный ордер. Он подходит тем пользователям, которые не удовлетворяют текущая цена криптоактивов на рынке. Пользователь указывает ту цену продажи или покупки и ожидает, пока ордер выполнится. Период ожидания может быть длительным. Рыночный. Он выполняется по стоимости, что указано в первом предложении. Данный ордер применяют, если надо оперативно продать криптовалюты. Третий. Стоп-ордер. Стоп превращается в обычный маркет-ордер. Как только рынок достигает заявленной в нем стоимости, она служит сигналом для того, что пора открывать позицию. Данный ордер подойдет пользователю, который не хочет ожидать определенной точки входа или хочет снизить убыток по действующей позиции. Четвертый. One cancels the other, или сокращенно OCO. Этот условный ордер выполняется при соблюдении определенного параметра. Фактически OCO – это гибрид лимитного и стоп-ордеров. Пятый. Стоп-лосс и тейк-профит. Этот защитный ордер можно размещать в новой или действующей заявке. Стоп-лосс и тейк-профит добавляются в ордер на минимум или максимум и указывают продолжительность действий. Помимо пользования вышеуказанных ордеров, пользователи платформы могут воспользоваться и турбоплатформой, позволяющей совершать ставку на повышение, понижение цены криптомонет, фиатных денег. Выбирается временной промежуток, вводится сумма и указывается предлагаемый курс. Что касается маржинальной торговли, то трейдинг с кредитным плечом позволяет создавать ордера на суммы, которые превышают размер депозита пользователя.
Если пользователь правильно все рассчитает, то сможет получить большой доход. Однако, если стратегия окажется неверной, сделка завершится убытком. Вычисляется размер маржи при помощи калькулятора плеча Prime XBT. Требования по марже меняются, исходя из того, какая торговая пара, баланс депозита участника системы, какое положение дел на крипторынке. По поводу комиссионных сборов, площадка использует два типа комиссий. Есть комиссия за торговые операции и так называемое ночное финансирование. Комиссия за торговлю берется каждый раз, когда пользователь покупает или продает актив. Ночное финансирование удерживается с баланса счета для всех позиций, которые перенесены на новый торговый день. Для активных трейдеров предусмотрена прогрессивная система комиссий, предлагающая 50% скидки от комиссионных за торговлю. Необходимо сказать еще и про Kvesting модуль. Kvesting модуль. Он дает возможность каждому пользователю платформы не только посмотреть множество торговых стратегий, которые используют трейдеры, но и автоматически копировать их. То есть Kvesting позволит вам получить такую же прибыль, как и ведущие трейдеры на площадке. Также Kvesting позволяет трейдерам представить свои результаты перед другими и монетизировать свои навыки торговли, получая награду за успех от своих последователей. Чем больше подписчиков, тем больше доход трейдера. Трейдеры, которые предлагают свои услуги, должны иметь не только капитал, но и четкую стратегию торговли. Новички выбирают трейдеров на Kvesting, ориентируясь на показатели доходности трейдера, его рейтинг и сколько времени он работает. Плюсы Kvesting очевидны для всех. Трейдеры получают дополнительную прибыль, а новички могут быть уверены в том, что выбранный ими трейдер не подведет. Зачем вникать во все нюансы торговых сделок, когда можно довериться высокопрофессиональному трейдеру? Технология простая. Выбираете из сотен стратегий, определяете сумму, которую готовы вложить, подписываетесь. Остается получить прибыль по выбранной стратегии. Итак, заключение. В итоге можно сказать, что сервис действительно не зря получил вышеупомянутые награды. В нем есть практически все, от криптовалютной торговли и до Форекса и стандартных трейдинговых активов. Комиссия очень низкая, множество ордеров для торговли, хорошая ликвидность, великолепная безопасность, постоянный расширяемый функционал дает возможность Prime XBT и дальше наращивать свою капитализацию, увеличивать количество участников. Рекомендую работать с ними. А с вами был канал CryptoXBlog. Благодарю за внимание. Оставляйте свои вопросы в комментариях. До новых встреч!